Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Наконец-то настало время начать новый сезон The Walking Dead. Абсолютно не знаю, что нас будет ждать впереди. Я немножко успел полазить по настройкам. Ничего, в принципе, интересного, ничего нового. Управление действия, все то же самое. Немножко поднастроил заранее, чтобы было хорошо видно, чтобы потом не лазить. Хотя, наверное, немножко надо гамму добавить. Слишком темновато. Ну что, надеюсь, мои сохранения перенесутся. Я успел немножко отойти от событий первого эпизода, точнее первого сезона. Ух ты, как все красиво сделали. Ого, Клементина. Ого, даже зима, обалдеть. А там Атланта была, по-моему. Да. Так вот, я немножко отошел от событий первого эпизода. Первого сезона, блин. И даже успел пройти эпизод 400 дней. Надеюсь, все эти сохранения, все эти события и все связи перейдут в этот сезон. Так, ну давайте посмотрим. Перенос сохранения сезона 1. Отлично. Игра автоматически будет искать. Хорошо, пускай ищет. Я боялся, что не перенесутся сохранения. Отлично, обнаружено сохранение. Потому что у меня первый раз, когда я проходил... О, это же Бонни из 400 дней. Ну, я имею в виду, вон на фоне картинка. Отлично. Вот оно, мое сохранение. А вон Глен. Конечно же, мы будем играть с моим сохранением. Давайте попробуем. Надеюсь, все перенесется. Так, в предыдущей игре. Давайте немножко освежим воспоминания. Блин, ребята, я по вам скучал. Катя, Ларри, Дэнни. Давно тебя не видел, Ли. Напомню, что Клементина после титров шла по какому-то полю. Ее увидели две фигуры. Не знаю, что после этого произошло. Наверное, мы узнаем сейчас. Еще я так понял, истории событий эпизода 400 дней будут переплетаться с сезоном номер 2, в который я сейчас буду играть. Вот он, этот скотина, который меня укусил. Ну, как меня, я уже не Ли. В этом сезоне я буду играть, скорее всего, за Клементину. Козел. Ли, я видел моих родителей. Вот и драматичные моменты. Самый грустный из первого сезона. Найди Эмиду и Кристо. Интересно, ты нашла их? Не, ну ты была уже не в городе. Как ты могла найти их? Да. Конец первого эпизода. Блин, первого сезона, все время путаю эпизоды с сезонами. В сезонах 5 эпизодов. А сезонов 3 пока что. Ну что, в добрый путь. Узнаем, что нас ждет дальше. Telltale Games представляет при поддержке Skybound Entertainment. Потренируем свой английский. Ох, каркуши. Прикольно они летают. О, Клементина. Привет. Что у тебя в руке? Неужели пистолет? Эпизод первый. Все, что осталось. Кто там? Омид, you can't be serious. Омид? I am. We are not. И Криста. О, она уже беременна. Это. Рожать скоро. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Ты хочешь назвать ребенка Омидом? Clementine, a little help here. Да без проблем. Omid the second. No. Omid Junior. No. You have to admit, а что если это девочка? What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. Омид, ты странный. I don't care. How can you not care? У Клементины голос повзрослел. You're not taking this seriously. I take everything seriously. Как ты выживаешь так? С пузом. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time we lost, though?
Vegas weekend? Я имею в виду, где они встретились? Амид Криста и Клементина. Get cleaned up in the girls' room, Clem. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. Голос повзрослел, но... Okay. Интонация осталась та же самая. Может быть, это тот же самый актер, актриса? Не знаю, это приятно очень. Hello? Атмосферно. Такая маленькая и... Ух ты. Немножко изменилось все. Интерфейс поменялся. Такая маленькая, говорю, и уже с пистолетом передвигается. Прикольный у тебя рюкзачок. Блин, так необычно. В первой игре я ее защищал. А теперь я буду за нее играть. Привет, Клементин. Давай осмотримся. Что тут в туалете интересного? Почему я слышу, что... Капает что-то. О, зеркало. Просто капать-то нечему. Сколько времени уже пошло? Давай крайнюю. Нет никого. А там вот кто-то есть. А что тебе нужно в этой комнате, в туалете? Блин, как-то жутковато туда заглядывать. Ого. How gross. Эти ее фразочки. Блин, я соскучился уже по Клементине, если честно. Что же тут? Кролик? No one's here. И куда же вы направляетесь, ребята? Guess it's safe to get cleaned up. А у тебя вся кепка в крови. И мордаха грязная. Ну что, в раковине еще вода есть? Она заметно повзрослела. А бантики оставляет такие же. Кран. Так все, по-моему, то же самое осталось. Ну, имею в виду. По расположением кнопок Y это осмотр. Но действие это А, X, B это назад. Давай бутылка с водой. Это чтобы умыться? Забавно, что вы используете туалеты до сих пор. Прошло ведь столько времени уже. Ого. Ну там же ничего-то страшного нету. Не переживай. Но пистолет надо взять. Блин, почему ты не хочешь взять пистолет? И ты так топаешь кого-то ты на каблуках? Что с краном? Please have water. Так, по-моему, она укатилась сюда. Нет? А куда тогда туда? Пока, видимо, игрока знакомят с управлением. Ну, это если бы я играл в первый раз в эту часть. Кто там? Криста? Опа. Незнакомка. Блин, пистолет. Клема. Куда они-то смотрели? Куда Амид с Кристой смотрели? Блин, взяла пистолет. Сумочки роется. Нет, еще не взяла. Только что взяла. Блин, капец. Ребята, надо спасать Клементину. Что там? Блин. Она заметила. I see you. Get out of there. You're not fooling me. Come on out now. Блин. Оставь меня в покое. Leave me alone. Don't think I will. Why not? Are you stupid or something? Ребята, вам надо спасать Клементину. Причем очень срочно. Блин, уже с самого начала начинает поднапрягать. Вот сучка у ребенка ворует. Come on, let's see.
Как тебя зовут? What's your name? Вдруг тебя оговаривать. Why do you care? I was just wondering. Stupid. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie. Тебя сейчас напрягут. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Ничего нет. I don't have anything. Ужас, ты не понимаешь. Give me that hat. No. Ты что, охренела? Кепка это святое. I asked you a question. Не твое дело. Just give it to me. Охренеть, блин, вообще наглые стали ребята, да? В этом мире все. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Амит, это ты? Красавчик, давай. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Хватай, хватай ее. По руке ударь хотя бы, пистолет выбей. You're just a little блин, придурочный. You gonna cry, little fish? Ну ты чё тупишь, this your daddy? What a bozo. О. Ты чё, Амиду застрелила? Охренели, блин, начало. Капец. Блин, я еще не успел к нему привыкнуть в этом сезоне, а вы уже его убили. Все, тебе конец. Жесть. Кристо. Мне очень жаль. Оми, can you hear me? Оми. Капец, Амит. Я к нему успел привыкнуть в первой части. Криста, она меня прижала. Я не виноват. Жесть, ну и завязочки, а у вас Телгейм. Ходячие мертвецы, блин. О, что же нас ждет-то впереди еще? Сейчас опять за несколько эпизодов привяжете к кому-нибудь и опять кого-нибудь убьете. О, 16 месяцев спустя. 16 месяцев, это уже полтора года. Почти полтора года. У нее по-любому уже ребенок родился. Криста, talk to me. Клементина уже взрослая, нифига себе. Прям видно, что повзрослела. Ну что, Криста до сих пор переживает, уже столько времени прошло. Где ребенок? This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. Ну понятно. More smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. Все хорошо, я подожду. It's okay, I can wait. Клементина была умной девочкой, так что будем делать умные вещи. What? И умные фразы постараемся говорить. Not me. Tending a fire, so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise. Криста похудела, по-моему. Ну, я имею в виду, не живот пропал, а сама какая-то худоватая стала. Нужно идти дальше. Не буду про Амиду напоминать. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move, but we never seem to get anywhere. Сколько интересного времени вообще с событий произошло? I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. Вы так и не нашли никого. If we make it, we still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. Мне кажется, вам стоит в городе пережидать, нет? В Веллингтоне безопасно? Интересно, а вы где? В каком районе? Зачем вам на север?
Там же холодно. Так, пока управлять не могу. Пока в основном только болтаем. Давай про Ли скажем. I miss Lee. I'm sure you do. Now I'm gonna go look for more wood. Блин, она конкретно повзрослела, Клементина. Кролик. Интересно, что вас ждет в том городе? Что вы хотите там найти? О, это же Ли. И рисунок. Нифига себе. Это же рисунок, который она рисовала. А где ты нашла этот кусочек? Обрывок фото. Скучаешь по нему? Разработчикам не стоило убивать его. Это было слишком жестко. Не знаю, хотя... драматизм в этой игре прям... в тему. Так, вот и зажигалка. Зиппо? Ну что, Клем? Он уже совсем потух. Вы в каком-то лесу, да? Так. Такая мелкая. Непривычно после Ли играть за Клементину. Он-то поздоровее был. Да, все равно маленькая. Я не знаю, сколько ей лет. 10, наверное, нет еще. Может, есть. Там ей 9 исполнилось, по-моему, или 8. По-моему, 9. Здесь, может, лет 10. Да, события уже после полутора лет. 10 с чем-то. Тебе стоило обойти весь костер, чтобы его осмотреть. Надеюсь, ты не фотографию лежишь. Нажмите и удерживайте А, чтобы зажать зажигалку. Затем передвиньте ее к газете при помощи левого стика. Так, зажал. Поднес. Вроде понятно. А теперь кролик. Странно, что ты угли разжигаешь. Интересный костер. The flames are too low. Слабые? Ну, давай найдем пару бревнышек, каких-нибудь веток. Что там? Номерной знак? This won't burn. Да, ты права. Ну, вот же ветка. О, бревно. Давай, кидай его. Если оно не... сырое, то оно должно хорошо гореть. Котелок валяется. Блин, вы за полтора года так и не нашли группу. Сжечь полено. Фото ли мы не будем жечь? Ты по нему скучаешь. Я так решил. Так. Кто там? Опять бандиты. Сейчас чуют костер. Либо дым увидят, либо запах. Клементин, возьми рюкзак. Пистолет. Нет? О, Криста. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not sane. You expect us to believe you're out here all alone? Блин. Отвлечь. What the fuck? Run! Hey! Ну а по-другому как? Не оставлять же ее. Давай, Клема, беги. Блин, так не покушали. И рюкзак потеряла. Get the fuck over here! Now! Fucker. Слепошарый. Come out here, girl. I'm not fucking around.
Давай. Блин. Опа. Блин, как изменилось управление. Налево. Ого. Давай туда. Че, драться будешь с ним? Налево. Блин, как непривычно. Охренеть. Ты что, ему палку воткнула в руку? Вода, осторожно. Косвенно. Давай. Кусай его. О, блин. Как непривычно. Я еще не привык к этому управлению. Нафига. Охренеть. Ты что, ему палец оттяпала? Бей. Бей-бей-бей. Да лупи его. По морде ему. Козлина. Держись. Нихер меня трогать. Хоть я и маленькая хрупкая девочка. Блин. Но у меня мужской голос. Урод. Я тебе сейчас всеку. Ну ты и попался. Давай, Клема. Сражайся. Давай. Право. Резко. Красава. Сзади. Блин. Клементина. Давай, 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 давай. Блин. Не получается. Охренеть. Налево. Капец. Сколько же вас тут? Вниз. Давай, Клементина. Ого. Где? Кто? Не знаю. Ближнего. Походу придется нырять. Блин, осторожно. Ты ведь умеешь плавать? Надо хвататься срочно за что-нибудь. Блин, где Криста? Она жива? Капец, события развиваются очень молниеносно. Еще управление, к нему еще привыкать придется. Что ж, походу ты выбралась. Это хорошо. Автор сценария. Еще до сих пор идут титры. Руководитель Деннис Леннард. Клема. Тебе бы выбраться полностью из воды. Простынешь ведь. Уже утро. Нормально все? Блин, начало офигенное. Хоть и убили Амида. Зачем ты кричишь? Ты сейчас либо бандитов, либо ходячих привлечешь. Не бандитов, а мародеров тогда уж. Блин, ты мерзнешь, я помню, ты говорила. Надо срочно найти тебе куртку. Что там за лодка? Пойдем дойдем до туда. А что у нас тут? Выступ. Ты туда, да, забираться будешь? Какой высокий берег. Может быть, в лодке что-то полезное есть. А вон и труп. Нет, видимо, ты там ничего не сможешь достать. Ладно, попробуем выбраться. Если это причал, значит, тут должен быть дом. Где-то поблизости. Нет, не можешь. Молодец. Блин, ты умничка. Выживать научилась. Ого. Блин, там кто-то есть. Клементина, на твоем месте я бы не стал. Привлекать внимание. Тропа. Ходячий. Давай смотримся. Повшать дерево. Нам надо какое-нибудь оружие найти. Для начала. Чтобы можно было отбиваться от всех. Ну, после найти Кристо. Да я бы так делал. Блин, пугаешь меня. Что за могила? Такая маленькая. Непривычно играть ей. Без комментариев. Блин, ты вся в Ли. Он тоже нифига не комментировал. Так, ты, наверное, у нас уже все. Не жилец. А другие кнопки не работают, только игры. Хо-хо. Жесть.
Блин, ну пойдем по тропе. Что еще остается? Так, там кто-то есть по-любому. Блин, Клементинка, как ты выживаешь-то столько времени? Ты же маленькая девочка, хрупкая. Еще делаешь глупости всякие. Типа кричишь в лесу, привлекаешь внимание. Ого, знак на русском. Молодцы локализаторы. Что там написано? Знаете, что вас окружает. Блин, может быть тут звери? Реально. Пума, волк, медведь, змея. Пума же была. Блин, не успел посмотреть. Они дают больше смотреть. Жалко. Аккуратно там. Какая-то странная тропинка. Как будто здесь что-то проехало. Тяжелое. Холодно. Ветер дует. Даже я ощущаю. Блин, игра реально интересная. Прям интересно посмотреть события нового сезона. Но нельзя записать весь сезон за один раз. Для Ютуба будет слишком жирно. 15 часов подряд. Тихо. Блин, Клементин. Осторожно только, ладно? Не понимаю, что... Ох, твою мать, блин. Фух, я напугался. Я понимаю, что выхода нету, только идти куда-то. Но, блин, только осторожнее, пожалуйста. Я помню, я как-то брел тоже по лесу. Осторожно. Кто там? Собака? Просто кто-то шевелился в кустах, когда я шел по лесу. Это был ежик. Всего лишь. Сэм. Он чей-то. Тихо, не привлекай внимания хозяина. Смотри, ошейник. Сэм. Нифига себе, он позволил тебе тронуть его. Значит, это не сторожевой пес. Это больше чей-то домашний любимчик. По-моему, он тебя ведет куда-то. Да, Сэм, определенно. Сэм, где ты идешь? Ну что, у тебя появился первый друг? Сэм. Блин, жалко, Амида мы лишились сразу же. Криста, непонятно, куда она делась. Где ее ребенок вообще? Теперь у нас первый питомец. В первом сезоне вообще не было животных. Кроме мертвых. Непривычно увидеть собаку. Ну да, согласен. Ты хочешь кушать? Тебе холодно, и ты хочешь кушать. Во-первых, нам надо найти еду для вас с собачкой. С Сэмом. Надо запомнить, Сэм зовут. Во-вторых, тебе надо одеться. А потом начать искать Кристо. Блин, что происходит вообще? События второго сезона сразу же окунают в какую-то жесть. Веревка. Блин, походу этот лагерь уже давно заброшен. А может и недавно. Ладно, ребята, на этом думаю закончить сегодня эту серию. Привет, Сэм. С ним можно поговорить. Думаю, совсем скоро я продолжу. Так что не забудь подписаться, поддержать лайком. И всем пока!